Владимир Тушинский, Камчатский Чикатило. Сначала этот маньяк 4 года принуждал к сексу собственную падчерицу, а когда та уехала, начал вымещать злость на всех попадавшихся под руку школьница. С 2010 по 2014 он подбирал девочек на остановках, а затем жестоко убивал при помощи ножа или удавки. Поймали маньяка после попадания его автомобиля на камеры и обнаружения в этом автомобиле следов крови и волос одной из жертв. Владимиру дали пожизненный срок, в 2016 году он скончался в тюрьме.